футбола, или же «Ола», как говорят в Испании. Меня зовут Егор Дергачев. Продолжаем с вами говорить про Лигу Чемпионов и давать прогнозы на этот турнир в моем видеоблоге. Очередной поединок группового этапа. Поединок, который пройдет в Мадриде, где местный «Атлетико» будет принимать «Карабах». Да, безусловно, «Атлетико» большой фаворит данной встречи, как, кстати говоря, встречи в Азербайджане, которая завершилась ничью 0-0. Карабах нашел свою игру, Карабах играет от обороны, научилась азербайджанская команда противостоять мировым грандам, и мне кажется, что в Испании у Карабаха есть абсолютно все шансы крупно не проиграть. Повторение матча в Лондоне, первой встречи вообще для всего азербайджанского футбола в рамках Лиги Чемпионов, я уверен, на 100% не будет. Будет здорово, если «Атлетико» выиграет в принципе и выиграет с разницей в один мяч. Я удивлен, если честно, линии, которую дают букмекеры, тотал менее 2,5 мячей оценивают с коэффициентом 2,55. Мне кажется, это очень-очень завышенный коэффициент, и его стоит заиграть. Все-таки «Атлетико» — это не та команда, которая забивает по 8-10 мячей более низким по уровню клубам, и у Карабаха есть шанс проиграть как минимум, вернее, как максимум 2-0. Так что давайте присмотримся к этой ставке. Мне кажется, что матч будет низовым. И если вы думаете так же, то не скупитесь на лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал. Также обязательно добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте и вступайте в мою группу ВКонтакте по ссылочкам, которые вы увидите в описании у этого ролика. Ну а чуть ниже, в комментариях, напишите свои варианты ставок на матч «Атлетико» Мадрид-Карабах. The farmer in the dell, hi-ho the derry-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife, hi-ho the derry-o, the farmer.